Русский поэт. Надо признаться, неясно пока, с целью какой наша пишет рука, что побуждает творить и писать, лучших почитывать, локти кусать. Что для читателей наши стихи? Буквы сакральные, вздор чепухи, струны живые, рифмованный бред, охоть начнут или хлопать во след. Многие мыслят, что Бог, он и гений, ловкий охотник чудесных мгновений. Как намекнуть, что он сильно неправ? Снять с пьедестала взорвавшийся нрав. Пусть нас рассудит бездушное время, вече народов, славянское племя. Чуть различим среди строк силуэт, кто графоман, а кто русский поэт.